моя койка. Вот. А? Да, давай. Надо, конечно. Мое местечко. Я с 20 числа болею. Надеюсь, привет, привет, Мидербек. Леха, не пойму, а ты где сейчас? Я на Каширке 61 сейчас. Не на ВДНХ, не-не. Мы оба достойны счастья, естественно, но... Опа. Таллин, привет, Таллин, ребятки. Выздоравливаю скорее, да, конечно. Она очень ревнивая, это 100% просто. Шины ла лоя, спасибо. Хай, хочешь сейчас отношений? Блин, ребят, сейчас хочу выздороветь и выжить, короче. Вот, желание какое у меня. Не поверите. Ковид, да. 50% поражены легкие. Вот, но... Стекловидное какое-то поражение у меня. Ну, я надеюсь, что все нормально будет. Здоров, здоров. Так. Блин, сойдетесь обратно в Брянске. Леха, зайдись, она и ты. Вы оба крутые. Нет, ну, понимаете, что есть условия для того, чтобы мы сошлись, да, обязательно. Если она напишет и начнет со мной диалог, нормальный диалог, не без претензий. Я ей всегда говорю то, что ни я, ни ты, оба должны люди нести ответственность за все. Не прививаться пока не буду. Или менять пароль. Меняться паролями друг с другом. Нет, думаю, вообще полная хрень. Просто знать, может, хрен его знать, но влазить. Дай бог здоровья тебе, все самое, спасибо. Да все-таки вакцинироваться, у тебя была прививка? Нет, не было. Вакцинироваться, не знаю, думаю, стоит. Но я сомневаюсь, чем лечили тебя. Вот я выписку взял, чем меня лечили, ребят, сейчас покажу. Ну и лечат сейчас. Просто я, наверное, один из... На меня посмотрели так с удивлением, когда я говорю, подошел, говорю, дайте мне препараты, какими вы меня пичкаете, короче. Вот, если вам интересно, вот натрий хлорид 0,9, 250 мл, доза на прием 502 фл, внутрикапель на 2 раза в сутки, вечером 7 дней, короче. Ривароксабан таблетки, внутрь, короче, 20 мг. Омепразол, потом внутрь диклофенак, внутримышечно, так, дексаметазон, ливилимаб, вот ливилимаб это, короче, для иммунитета, гасит иммунитет, который, ну, еще там дофига чего. Карштадт, привет, выздоравливаю, спасибо, мальчик, спасибо. С Муром, привет, ребята, да, я был у вас много раз. Расскажи, как вообще там лечит, как ты дышишь. Нормально лечит, нормально дышу, Леха, побриться. Не хочу, ребят, побриться, мне нет пока ничего. Да, борода вообще отросла, конечно. Ты где подхватил корону? Да хрен его знает, где ты подхватил. Долго ли умеешь-то? 50%, да, на поляне. Карантин объявили. Так нет, ребята, я же был не на поляне. Мы же уехали с Анюткой. У нас же симптомы определились вне поляны. Поэтому, ну, там никто не болеет ничем. Мы на выходные уехали. И уже потом, короче, мы даже туда не возвращались. Как раз на это время пересмотрите свои отношения друг к другу. Сделайте нужные выводы. Ты обязательно поправишься, верю, лучше. Бля, ребят, я поправлюсь обязательно. Без вариков вообще не дождетесь. Какие варианты, где подхватил? Ебать, не знаю, где подхватил. Вы заразили, ну? Орбидол пей. Матовое стекло.
Ну, на поляне заболел. Нет, да где я говорю, ребят, блядь, мы на поляну не ездили. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, она... Не тот женщина, хорошо, Алексей выздоравливает. Самое наилучшее, берегите себя, что с тобой? Не надо сходиться, у вас токсичные отношения. Такие слова прямо токсичные. Так, пойду погуляю еще, показать вам, что тут у нас происходит. Что за местечко такое? Давайте. Эскалатор. Ох, ё-моё. Высоты я боюсь. Аня не из тех, кто в трудную минуту поддержит. Так воспитали, да, сейчас видно уже точно, что ей трэш постоянно не хватает. Вроде интересные мамочки. Больницы узнают тебя, да, конечно. Прикольно. А смысл уже прививаться уже поздно, да. Здорово, Леша, здорово. Аня приезжала к тебе? Нет. Ты ее любишь, Аню? Ну, естественно, чувства есть у меня к ней. Как? Не может же все пройти прямо за день, за два, да? Да. Угости на своей пиццей, в эфире очень аппетитно. Да, ребятки, я сейчас ищу помещение параллельно, вот пока заняться нечем. Я штудирую Ацеан, там смотрю. Авито. И ищу помещение где-то в пределах 40 квадратных метров в Москве. Почему не привился? Да вот привитые у меня лежат, блядь, привитые люди болеют по второму разу. Смысл прививаться? Отношения, не тратьте время друг другу. Да какой он, ах, схуяли на поляне карантин, ребят? Ну, блин, как мне вам ответить еще? С чего на поляне карантин, если мы не были на поляне? Мы были на выходных, и у меня... Извиняюсь за мат, конечно, но просто постоянно пишите об одном и том же. Я уже раза 3-4 сказал. Выздоравливай, на поляне карантин, да, блин. Другие ребята болеют. Нахуй. В какой больнице? Коммунарка? Нет, пионерка. На Калаширке. Вас только заразил. Береги себя, спасибо. Буханка гасит иммунитет. Алкоголики вообще не болеют. Буханка. Да еще лучше. С бородой еще лучше. Не. Надо стричь бороду. Я тут присяду за компьютер доктору. Салам, салам. Какие симптомы были? Резко состояние ухудшилось. Резко состояние ухудшилось. Ухудшилось резко. Пропало обоняние. Как у Ани самочувствие? У Ани нормально. Кто-то еще болеет. Болеет полмира, блядь, ребят, не поверите. С бородой, красавчик, не брейся, подстриги. Леха, ты классный, умный, добрый, Аня. Тягивает, пока вы расстались. Да. Аня тоже болеет. Не знаю, если заболел. Аня приезжает. Нет, 3 дня до симптомов. Там и подхватил. Помню, где были 3 дня назад. 3 дня до симптомов. У меня с 20.07, ребят, с 20.07 тест. Крым с тобой, Анютка приезжала, на пороге все отбила. Анютка здорова. Тура есть? Нет, сейчас нет, температуры 3 дня уже нет. Хрень 2 недели, нормально, варитесь.
Аню брось. Бороду не брей, очень к лицу, хорошо, и атмосфера. Сейчас волосы буду отращивать немножко, поменяю стрижку. Отвечать в директ вечером? Кублинская. Ответь в директ вечером. Напиши, отвечу. Аня тоже болеет, была недавно в прямом эфире. Ну, видимо, тоже болеет. Ты в больнице, что ли, да? Осталось. Станы лежат. АТЦ Москва лежишь, да. Блин, Лех, ну чё вы опять расстались? Давайте. Не, я не буду с ней больше. Нет, ребят. Просто, блядь, у меня температура была 39,2. Я нахрен... Мне подуть было на тело тяжело, больно, блин, до кожи дотрагиваться. Она мне, блядь, такой распиздос устроила там. Из-за своего тиндера этого заебанного. Из-за своих переписок там. И это, блин, ну... Короче, нет, все, ребят. Это... У нее есть шанс, конечно. Если она искренне, блядь, скажет, мне нужны эти отношения, я буду меняться, не я, а она. Ну, соответственно, я тоже, в свою очередь. И вот тогда мы можем, блядь, ну, найти какие-то, ну, паритетные решения всех наших недомолв. Если это будет обоюдным желанием. Если нет, то, ну, будет тяжело, конечно, в любом случае. Но одни мы не останемся, это точно. Желаю ей только добра. Вряд ли кто будет ее терпеть так, как я ее терпел. Ну, мне так кажется. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но... Почему-то у меня такое, да, впечатление, что будет она еще лещей получать нормальных в жизни своей. И меня вспоминать. Блин, Алеха меня не бил за это. Аня, приветик, хорошо. Аня сегодня привозила тебе в больницу покушать. Она выставляла сторис. Мне Аня привозила в больницу покушать, выставляла сторис. Что-то я ничего не получил, я не знаю. Привет, Леха, поздравь Розочку с днем рождения из села Петровка в Казахстане. Передай привет Максу и Бахе. Бля, мне кажется, вот вы, ну, многие есть такие. У меня температура под 40, и меня начинают заебывать там. Вот поздравь моего мужа, парень пишет, мою девушку. Думаю, ебаный в рот, блядь. Мужики, там, девочки, я лежу в присмерти, сука. У меня 50% легких поражено. Пишу, блядь, что болею. И все, и похеру, ну. Извиняюсь за мат, это уже просто возмущение такое. В Таллине тоже откроем пиццерию. Давайте. Розочка из Казахстана. Поздравляю вас с днем рождения. Будьте умненькой девочкой. Слушайтесь ваших родителей. Баха и еще кто-то там. Леха, вам, походу, обоим семейным психологом нужно, чтобы с Брянской начали жить дружно и, как всегда, с позитивом. Но я думал над этим, да, можно. Если бы она согласилась, то можно было бы попробовать сходить к семейному психологу, да, как вариант. За Саймона, да, конечно. Ермачиху надо заразить, когда вы ее выгоните. Нельзя никого заражать, и мысли такие надо выкинуть. Чем лечат? Пневмония, да, мне. Инкубационный период 14 дней, так что на поляне уже, возможно, болел. Нет. А как ты понял? Удачи тебе, да, постоянно расходитесь, наконец, не видать. Анечка, как, не знаю, но только позитив. Леша, мне просто так одно и то же. Просто эфир минуты на 3-4 от свет отстает. Короче, Аня, где, не знаю, привет из Казахстана. Леша, привитые лежат. Лежат, конечно, выздоравливает, страшная болячка. Я в феврале папу похоронила, жесть. Обоняние пропало, все нормально наладится, Леха. Крым держит за тебя кулачки, спасибо крымчане.
Привет, привет, Леха, все будет хорошо, ты выздоровеешь, конечно. Сойдетесь с Лехой, вы, блин, друг друга очень подходите. Я по ней тоже скучаю, если честно, блин, но... Просто вот этот цинизм... как его назвать? Цинизм... Такой неприкрытый и хамский цинизм. Необразованный, что ли. Ну, я не знаю, как подобрать слово, чтобы более лояльно сказать. Непонимание вообще ситуации, что происходит. Что отношения — это, блин, любовь. Что такое любовь? Любовь — это когда люди пытаются узнать друг друга, да, все больше и больше. То есть узнают на протяжении всей своей жизни. А когда другой человек не интересуется тобой, да, твоей жизнью, это... Хрень какая-то. Белоруссия, привет. Когда она поедет? Корона, вы с Аней одно целое. У нее глаза погасли у тебя. Выздоравливайте. Любовь спасет мир. Спасибо. Здравствуйте. Почему с Аней снова расстались? Ну, не знаю. Вот просто расстались. Читайте пост, ну. Хорошо, Анютка только в аптеку ходит и в магазин. Пушки не доедет, плохо ей. Атмосферно в пионере. Нет, Брянская тоже была до тебя в эфире. Ну и здорово. На 7 уже где-то. Выздоравливай скорее. Больше спи и пей много жидкости. Да, я пью. Красавица, Леша пьет. И лежат, да, лежат, только позитив. Пошла это Аня. Да, поправлюсь, конечно. Первый раз такие отношения у меня вообще первый раз. Нет, не проведала. Нет, ничего не передавала. Да мне ничего не передавали, я не знаю. Поправляюсь, конечно, держись. Никто не терпел, поэтому тебе осталась шутка. Человек болеет, а вы с поздравлениями. Не знаю. Нам вместе никак. Но может быть. О, смотрите-ка. Блин, после капельницы что-то как-то... А, как погодка, на улице дождик, да? Даже не в курсе. Виза бездуем к Вангенхаус, вас и спасет. Чапка вон. Да не сиди ты... Ё-моё, столько сообщений. Не слушайся, когда тебе будет провоцировать против Ани. Понял, Лёха, давай мирись уже с ней и ведись на всякие грязные комментарии. Ребят, вы не понимаете, тут мое решение. Тут, ну, я ей говорил, что когда меня это достанет просто, ну, я сам развернусь и уйду, я не буду. Буду любить, не любить, мне вообще похую будет, реально. Вот что сейчас и произошло, в принципе. Это, ну, последняя капля была. Такие отношения, они не имеют места вообще быть. Это не отношения. Это потребительское такое использование ресурса другого человека. Морального, там, материального, внешнего, вообще всех ресурсов.
И когда человек не отдает тебе ничего взамен, вообще ничего, зиру, то, ну, ты понимаешь, что пытаешься разговаривать сначала, да, как-то, чтобы, ну, решить этот вопрос. Если он не решается, то ты терпишь, терпишь, и вот, ну, происходит такой момент, когда полностью опустошение и апатия такая к человеку. Вот это и произошло. Да, она грубая, плюс ко всему. Hello from London, привет. Может, ей тоже надо закодироваться. Да, лечение хорошее, все нормально, все делают. Япония, привет, выздоравливаю, Леха, ты как? Да, один мужчина. Прикольно. Ребят, посмотрите, кто прав. У вас же диалог был на лобном месте. Кто прав, а кто не прав. Вот кто вам ближе, тот и прав. На каширке лежу. Нет, ничего не получила я, Таня, ну, ребят. Ничего не получал. Не, ничего не надо, ребят, у меня все есть, прекратите, ко мне приезжают. Ко мне друзья приезжают, ну. У меня еды, я вон выкладываю, там угощаю всех ребят. Не, не. Тормозите. Мне ничего не нужно. Уважаю тебя, привет, Казахстан. У тебя рост 1,77 м, скорейшего выздоровления. Она в прямом эфире передавала в больницу передачку. А, в прямом эфире. Вот слушайте, а зачем в прямом эфире передавать передачку, скажите мне? Я не знаю, я ничего не получал, ребятки, пока. Это что, это хайп такой? Хайпануть решила? Какой идеальный возраст для твоей будущей девушки? Не знаю, моя еще, наверное, не родилась. Привет, Леша, а ты где сейчас? В Караганде? Дождик, да. Когда в Берлин обратно? Ребят, в Берлин полечу сразу, как вот, ну, у меня пройдет карантин. Я сразу полечу к сыну. Просто, блин, ну, уже все. Мы с ним на связи каждый день, он, они сейчас отдыхают на море еще, и он просто, ну, кайфует, говорит, папка, давай быстрее, я не могу по нему, скучаю очень. Ich vermisse dich. Вы знаете что, ну, блин, вот это вот продукты приехало передать, да, блин, спасибо ей огромное, вот спасибо просто. Земной поклон. Но, блин, ну не в этом дело, понимаете, что? Она мне даже не написала ничего. Да просто привезти продукты. Вот это, знаете, что? Это привезти продукты, ничего не сказав, уехать, да? Вот это как называется? Не написать ничего там, спросить, Лёш, что тебе надо? А что может, ну, что пропустят, что не пропустят там? А просто привезти и сказать, типа, вот, я приезжала к тебе, типа, на... тебе подарочек такой. Это же гордыня тоже, ребят. Ну, не правда ли? В Москве лежу. Я никогда не заболею. Не паниковать. Поправляюсь, здоровье. Как условно. Да, Леха, бро, есть разговор. Малишева. Леха, бро, есть разговор. Вещай. У нас ливень в Кронштадте, у нас тоже. Принесут передачку от Ани. И ты зря так говоришь, что она не переживает. Да пускай, да человек может переживать, пускай он смс-ку лучше напишет. Мне не нужна ее передачка, мне нужно доброе слово от нее какое-то, хотя бы одно, блядь, да, за все время, за это.
нет их просто, понимаете, что нет ласки, нету взаимности, нету вообще нихуя такого, что подогревает в мужчине любовь. Нет ничего этого. Вот, а как до нее достучаться? Я с ней разговаривал, говорил ей, блин, нормальным языком. То есть она не понимает. Ну, что, что с этим делать? Принесут, если при... Иди наксуй. Давай, иди. Так, Леша, витамин С пью. Нет, меня не кодировали. А ты пишешь пост, что она циничная. Да, естественно, она циник. Но, ребят, вы с ней не жили, я с ней жил. У меня 2 месяца не отношений с ней было. Самый дичи, дичайший. Так, Аня была у тебя сегодня. У вас притирка, не оскорбляйте друг друга. Никто не оскорбляет никого. Так, ты... Мы расстались, да. Блядь, понимаете, что я лежу с температурой 40, она, короче, съебала куда-то, уехала, короче, сказала, поедет к тете, а поехала к подруге, беру, короче, набираю ей на видео, и начинается вот это, знаешь, по... как это за публиканство, блядь, перед подружкой, наверное, начинает выебываться. Думаю, блядь, да пошла ты нахуй. Ты хороший парень. Вы расстались, да. Пошла она в задницу. Ребят, столько комментов, короче, это капец. А ты где? Я в Сочи. Привет из Брянска, привет. Блядь, уже Брянск стал не любить город, извините, ребятки. Сори. Правда, по-своему, это шутка, я сделаю, только когда по отдельности. Боже, сколько доброты в тебе. Молодец, ну не столько, живи. Барнаул, привет, ты ушел с проекта? Нет, ты заболел, да. Леха, Молдава, привет. Каширка, да. Ну ничего. Леш, ты хороший, постарайся помирить своей семьей. У тебя прекрасный сын, да, я знаю. Ты лучше, ты заслуживаешь лучше. Лебедих. Их лебедих. Туркменистан, привет. Дай рецепт теста на пиццу, не дам. Это коммерческая тайна. Так, Леша, сделай что для тебя за внимание. Это для тебя. Оцени внимание. Оценю внимание. Ну, скажи спасибо хоть. Зла иду. Я ничего не видел, ребят. Сейчас пойду к койке к своей. Может быть, уже привезли. Значит, думает о тебе. Она молодая, ей 4-й десяток, ребят. Ой. Нет, сам писать не буду. Алексей, она постоянно орет, возможно, это любовь. Тогда зачем тебе девушка? Ну, желанно, она... не изменится. Я знаю, что она не изменится. Вот в этом проблема. Правильно говоришь. Не знаю, почему она там по серебряный призер. Yes. Понимаете, что она... Вот каждое утро, когда мы просыпались, ни одного не было у нее дня, чтобы она улыбнулась. Ни одного, ребята. Зиро, блядь, ноль. Что бы я ни сделал, как бы я там не выебывался, как вошь на гребне. Там и кофе, и пироженки, блинчики.
вот все, что пицца. Нет такого у нее постоянно, блядь, ну, негатив, постоянно аккумулируется негатив. Вот, и это, блин, ну, это показатель, это результат. Не знаю, все как пару у вас притирка. Грубая же. Да я, блядь, с ней стал грубой, мне просто задолбало это уже. Ну, братья, кто-то сделал прививки. Холодная. Вику. Жесть, короче, она покрыл матом. Покрыл матом. Йо, привет, Запорожье, привет, к тебе можно на проект? Не знаю, ко мне. Кастинг-службу спрашивать. Сердце у меня занято. Вы были самой любимой парой. Я просто вас обожаю. Нет отдышки. На Сэма жалко. Фабриани, да, а ты Алексей не выставляй ее черстый. Да ничего не привезли мне. Да, я знаю. Возьмите, спасибо. Ну, может, привезут, я не знаю, ребят. Ну, у нас вот без 5-7. Наверное, принесут часов до 8 там. До 8 обычно они приносят. Мне вчера тоже передавали ребята. Значит, должна быть теплая, заботливая. Да. Почему больница? У меня со здоровьем все отлично. А как ты подхватил эту заразу? Привет, передай Крис Лисковец. Крис, Лисковец, Глеб, вам привет. Здоровья тебе, богатырского. Ковид-центр. Ну, не знаю, наверное, будет сожалеть, да. Может, или будет, не знаю. Может, оба будем сожалеть. Но я хотел бы, чтобы она поменялась. Очень хотел бы, чтобы она написала, поговорили мы, чтобы, ну, она поняла, что ей нужны эти отношения. Я специально Аню кашляю до пиздобольства, блядь. Ну, я просто в шоке. Да. Когда я кашлял в комнате, она там находилась. Это... Вот что она за человек такой, просто в ахуе. Мозги у нее набекрень, значит, у Анютки у этой. Выебнулись.
Да, да. Или вызывают там Да. Не знаю, ребят, я неделю, нет, у меня на проекте нет недели уже. Нет, ну вот я буду всех банить, короче, всю хуйню будет писать, что я кашлял, блядь, на Аню специально. Ебануться, блядь, вообще пиздец, да? Таким долбоебом надо быть, чтобы такое говорить. Может быть, она свои... Как бы она поступила, да? Говорит. Не, а с чего мне Бичан понравился? Нет. Поправлюсь. Нет, у меня 3 дня температуры нет. Спасибо, ребят. Не, эфир не буду сохранять. А легкие поражены, да. 50%. Лёшка хороший. Он будет вместе с Аней. Шанс всегда есть. Я уже вроде в Германии был там. Цепил, что привет. Если у меня температура, не значит, что не воспаление. Это сейчас шоу игра в кино. Нет, не видел. Блин, нельзя на спине лежать. Как тут врач приходит и говорит, кто лежит на спине, это прямой путь, короче, в реанимацию. Пони блю. На вас только, Лёшка, отлично. Потому что отдал Глебу Бикеру голос с Кристиной, потому что за них переживал, мы хотели вчетвером полететь. В чем дело? Мы с Глебом даже эту тему не обсуждали. Ребят, смотрите эфиры. Человек 150 здесь. Баку, либо на животе. Да, ну просто. Ну, естественно, будет проблема, очень легко решается. Крышка тяжело снять, но надо ее покрутить чуть-чуть.
Сатурация хорошая, 98,7. С Давида даже смотреть проект не хочется, мерзко. Блин, упасть там. Приду к тебе. Какой твой любимый аромат парфюма? Том Форд Амбре. 4 года им пользуюсь. Каждый раз хочу поменять. И никак, короче, покупаю его. Сейчас тоже, вот сегодня буквально нашел его. Как выйду с больнички, сразу приобрету. Сколько человек в палате? Человек 40. Спасибо. Киев, привет. Как это сделала, не знаю. Ну, я ее поливал. Запахи, да, сегодня чувствовал уже запах бананчика. Да, меня в эфирах нет теперь. Ни меня, ни Анютки. Да, ребятки, все, ладно, давайте. Всем хорошего дня, ночи. Коты делали, конечно. Да я все готовлю, ребят. Но... Да, вернусь на проект, конечно. Хоть бы вы помирились, ну не знаю. Пусть она мне пишет. Ну, сейчас, секунду. Свердловская область, привет, Леша, не пропадаем, не переживаем. Хорошо, ребятки, спасибо. Это вот этот себе курит, надо заражаться. Класс, сделаю кулинарный блок. Все, пока, ребятки, давайте, удачи всем.